Единоборства давно перестали быть исключительно мужскими видами спорта. Впрочем, женщин, всерьез осваивающих, например, карате, не так уж и много. А вот уметь защитить себя, не растеряться в сложной ситуации, хотели бы многие. Совсем недавно в Бобручанах появилась возможность познакомиться с женским курсом «Кравмага», в переводе с иврита «контактный бой». Аудитория наша – это члены БРСМ, и акция наша называется «Безопасный Бобруйск». Перспективы наши таковы, что мы в городе Бобруйске уже работаем с 2018 года, два года. И вот сейчас начинаем практически объяснять всем людям в городе Бобруйске, что такое кравмага, что такое система самообороны и что она из себя представляет. Первооткрывателем стали сотрудницы Белшины. В преддверии Международного женского дня представителям прекрасного пола продемонстрировали все преимущества кравмага. Девушки просмотрели видео из реальной жизни, прошли небольшой теоретический инструктаж, размялись и перешли к самой интересной части – отработке приемов. Но перед этим профессионал все подробно объясняет и показывает. Вот это вы должны жестко чувствовать в вашем захвате. Не переживайте за маечки, что они сейчас порвутся. Ничего страшного нет. И здесь вы отрабатываете. Раз, два, три. А вот уже и сами милые дамы пробуют наносить удары. Познавательно. Надеюсь, что никогда не пригодится. Занятия эти, естественно, надо проводить за счет того, что всякое в жизни может произойти. И поэтому, я думаю, это очень актуально в наше время. Я думаю, нужны, конечно, для девушек в первую очередь, потому что сейчас, как никогда, девушка должна быть готова ко всем неожиданным ситуациям. Весьма примечательно, что самый первый в городе мастер-класс по кравмага прошел именно для представительниц прекрасной половины человечества. Ведь он помогает чувствовать себя в безопасности, возвращаясь поздно вечером домой с работы, заходить в собственный подъезд и не испытывать дискомфорт от неизвестности, не бояться агрессивно настроенных представителей противоположного пола и тревоги оказаться в опасной ситуации, где помощи ждать не приходится. Да и в конце концов, женщина, занимающаяся спортом, это просто красиво. И пусть кто-нибудь попробует возразить. Максим Кембель, Максим Галионко, Бобруйск 360.